Інформаційна служба телерадіокампанії «Гомель» працягує свою роботу в ефірі. У студії працює Євген Паблавець. Добрий вечір. Глядіть у гэтым выпуску. Контракты на поставку продукции на 12 миллионов долларов подписали представники предприемства в Гомельской области на инвестфоруме у казахстанским Павлодары. Сезон сельскохозяйственных кермашов выходного дня у Гомеля продолжены до конца листопада. Автономный пожарный оповещальник допомог выратовать житё семейной пары у Ельском районе. Больше як 500 жыхароў Гомельщины за апошні некалькі гадоў притягнуты до субсидиарной отказности. Сегодня у Гомеля стартовал хоккейный турнир «Кубок дружбы». Зараз об этом меньшем больше подробязно. Контракты на поставку продукции на 12 миллионов долларов подписали представники предприемства у Гомельской области подчас международного инвестфоруму «Эртис Инвест 2016», который прошел у казахстанским Павлодары. Гаворка идет про поставки мясомолочной продукции, а так само мебли «Гомель Древ». А кроме того, проведены перамовы о поширении сборочной вытворчести гомельских зернеуборочных комбайнов на совместном предприемстве в городе Кастанай. У Казахстане зараз працуют 3 дилерские центры предприемства. Так само обмерковывались и пытания сопрацовництва у будовництва жилья и дорог. Сезон сельскохозяйственных кермашов выходного дня у Гомеля продолжены до конца листопада. Осеньские кермаши организуются по субботах и неделях на 5 пляцовках во всех административных районах Гомеля. Самые масштабные кермаши разгорнутся на площади Паустанья областного центра, где гандаль будет ожидаться одночасово большим у 100 гандлевых местах. А кроме того, до конца листопада у Гомеля протягнуть работу 14 постоянно действующих пляцовок. Для зручности горожан они размещены у спальных районах города, для гандлевых центров и районных рынков. У период школьных каникулов и святочных дён белорусская чыгунка призначила додатковые техники. У приватности 2 додатковые составы будут курсировать помеж областным центром и столицей завтра. А на 7 листопада призначены 10 додатковых техников, у тым ліку по маршруте Гомель-Минск-Гомель. Уся подробязная информация доступна на сайте белорусской чыгунки, у чыгуначных касах и по телефонах доведочных службов. До інших тем. Непригодные для эксплуатации теплонагравальные приборы, пожарные оповещальники, которые не работают, и особы, что злоуживают алкоголем. Сегодня на Гомельщине ситуацию у жилым секторе контролировали наглядальные комиссии. Эта работа проводилась у рамках профилактичной акции «За безопасность разом». У рейд по городским поселку Брагин накировался и наш корреспондент Олег Сентюров. Даденные по Брагинском районе на початок листопада у минулом годе тут было зарегистрировано 16 пожаров, на которых никто не загинул. Все лето пожаров меньше 14, але двух человек выратовать не отрымалось. Подчас инструктажу перед початком рейду увага основным задачам наглядальных комиссий – научание громадян мерам безопасности, оказание допомоги населенству у полепшения умов проживания, удокладнение проблем, которые хвалюют местовое населенство. Сирот наибольш актуальных тем – работа с громадянами, которые находятся в группе рызыки, одинокими состарелыми и людьми, которые злоуживают спиртными напоями. При том, что опошние сти на контакт, звычайно, категорично не жадают, коли не допомогают размовы, необходимо переходить до больш рашучих деяний. Их отправлять в ЛТП. Но граждане есть, которые справляются с ЛТП, есть, которые не справляются. Есть у нас при учреждении здравоохранения Брагинская центральная больница, есть кабинет нарколога. Они могут тоже проходить кодировки. Особливая увага в работе наглядальных комиссий со старелым и одиноким. У денеку великой чины, инвалиду первой группы Алексею Марченко уже 93. В минулом году за кошт державных сродков в доме ветерана зроблены косметичный ремонт. Покой медицинский работник вымирает иск, Алексей Марченко делится опошними новинами, причем никаких значных зауваг не выказывая. У речи, каже, у хати тепло и ежа за все да на столе. Я каждый день прихожу к дедушку. С утра прихожу, бывает 8:30, 9. И с этого времени уже до обеда и даже после обеда, когда это необходимо, я стою здесь. Утром я его кормлю, в обед кормлю. На вечер уже оставляю на столе, просто он кушает сам вечером. Новая тенденция у работе районных наглядальных комиссий. Теперь разом с местными специалистами працуют представники областных служб. Это позволяет при необходимости выражать самые складанные питания на более высоком уровне, плюс контролировать деятельность местных организаций и адекватность принимаемых по выниках рейдов решений. Вопросы, допустим, печного отопления, таких как престарелых, одиноких, где социальная защита оказывает помощь в ремонте этих печек и так далее, про электропроводок.
Великая колькость электроподключений у безоконных прилад, что в любой момент может привести до пожару. Речи, которые добро гарать, але у великой колькости заховываются на поддашку. Это только некоторые приклады, которые на этот раз фиксует наглядальная комиссия. Предухиление гибели людей, так званых внешних факторов и попереджение правонарушений, бодай головные задачи, которые должны быть вырешены у вынику рейдов. До 11 листопада, до речи, они будут проходить в рамках республиканской профилактичной акции «За безпеку разом». Конечно, самое главное – это обследование частных жилых домовладений в рамках пожарной безопасности. И в этом, как нельзя кстати, помогают работа наших смотровых комиссий. Затем также были проведены различные сельские сходы в деревнях, населенных пунктах нашей области, выступления в трудовых коллективах на предприятиях, в учреждениях образования. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель» с Брагина. Дарэчы, напередадні автономный пожарный повяшальник допомог выратовать жыццё сямейной пары у Ельскім районе. У вёсцы Александраўка позна ўвечары згарэўся жылы дом. Калі на месца прыбылі супрацоўнікі МНС, будынак быў поўнасцю ахоплены агнём. Гаспадар і яго жонка знаходзіліся на вуліцы. З дома іх вывеў сусед. Ён пачуў сігнал апавяшальніка і прыйшоў на дапамогу. Дарэчы, апавяшальнік быў устаноўлены мясцовым сельгаспрадпрыемствам па рэкамендацыі наглядальнай камісіі. Беспрацоўны гаспадар дома вядомы сваёй прыхільнасцю да алкаголю і цыгарэт. Вынік здарэння – жанчыну госпіталізавалі, а будынак амаль поўнасцю знішчаны агнём. Прычыны ўзгарання высвятляюцца. Больш як 500 жыхароў Гомельшчыны за апошнія некалькі гадоў былі прыцягнуты да субсідіярнай адказнасці. Такі тэрмін знаёмы далёка не ўсім, але терпяць за ўласнай фінансавай неадукаванасці многія. Часцей студэнты, пенсіянеры, маламаёмасныя грамадзяне. Усе падрабязнасці ў матэрыяле Марыны Север'яновай. Лжэпрадпрымальніцкія структуры, ценявы бізнес, фінансавае банкруцтва, фіктыўныя фірмы, падатковыя санкцыі. Гэты ланцужок можна працягваць бясконца. І аказацца яго злачынным звяном можна да крыўднага лёгка. Напрыклад, знаёмы альбо зусім чужы чалавек прапаноўвае здзелку стаць заснавальнікам альбо дырэктарам фірмы за добрае фінансавае ўзнагароджванне. Данае лицо афармляет на себя фірму. Далее яму только приносяцца дакументы на пост. Подпись. Конечно же, он не участвует в хозяйственной деятельности данного предприятия, но под накладными, под договорами стоят его подписи. Когда приходит налоговая проверка, то, конечно же, насчитываются большие суммы налогов, но будет виновата и привлечен к ответственности то лицо, которое фактически свою подпись ставило под документами. И еще один шлях до субсидиарной отказности. Например, регистрируется невеликое товариство. Заснавальник ведет теневый бизнес, налаживая контакты с лжеструктурами и так далее. Літаральна займаецца махлярствам і, як часта здараецца, назапашвае падатковыя даўгі і даводзіць фірму да банкруцтва. Калі гэта высвятляецца, наступае субсідіарная адказнасць. Гэта значыць, што даўгі будуць спаганяцца не з арганізацыі, а з асоб, пад кіраўніцтвам якіх яна банкруцілася. Гэта кіраўнік, заснавальнікі, галоўны бухгалтар. Например, некаторыя учредители при ведении деятельности организации не оформляют документами хозяйственной операции, либо не рассчитываются с поставщиками за продукцию, не оплачивают заработную плату, не уплачивают налоги в бюджет, либо они взаимодействуют с лжеструктурами, ведя свой теневой бизнес. В этом случае они будут привлечены к субсидиарной ответственности. Максимального по меру субсидиарной отказности не існуе. Так недавно при разглядании подобного выпадку была налічена сумма, якая перевысила 250 тысяч деноминованных рублей. Всего за 5 годов до такой формы отказности притягнули больше як паўтысячы чалавек. Агульная сума падаткаў перавысіла 100 мільёнаў дэнамінаваных рублёў. Марына Север'янова, Яўген Макеенка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Да закона паслухмянага жыцця пра спорт. Падлеткам, якія патрабуюць павышанай увагі, сёння арганізавалі насычаную спартыўную праграму. Наведванне профільных установ, матчаў і знаёмства з алімпійскімі прызёрамі. Организатором выступила комиссия по справах неполнолетних облвыканкама. Больше подробязно расскажет Ганна Ковалева. Гостей познайомілі са штодзённым жыццём гомельскага вучылішча алімпійскага рэзерву. Больш за тое прапанавалі стаць яго выхаванцамі. Дзень адкрытых дзвярэй сабраў тут каля сотні школьнікаў, якія стаяць на розных відах у ліку. Ім распавялі пра асаблівасці вучэбна-выхаваўчага і трэніровачнага працэсу. Асабістым вопытам падзяліліся прызёры алімпійскіх гульняў, якія пачыналі тут свой шлях да перамог. Мы даём шанс всім, таму што вучылішчы созданых очень хорошие условия для
развития именно спортивных навыков, для повышения спортивного мастерства. Поэтому надеемся, если кто-то желает быть олимпийским чемпионом, то в училище созданы все условия для того, чтобы им быть. Сюда приходят научиться с 8 класса. У некоторых видах спорта начинают свой шлях только с 16 годов. Тому для подлетка у двери в училище открыты не только в этот день, а заусюды. А кроме знакомства с установой, им пропоновали наведать хоккейный матч. До речи, такая форма сотрудничества комиссии по справах неполнолетних и в училище олимпийского резерву относно недавняя. Первый день открытых дверей прошел летом. Тогда запросили детей только из Гомеля. На этот же раз так само приехали с Будакашалевского, Ветковского, Добрушского и Гомельского районов. И уже сегодня бачно, что подобные мероприемства приносят свой плен. Если говорить итоги 9, да, можно говорить уже и 10 месяцев, что касается преступности в Гомельской области, у нас наметилась тенденция снижения. Я думаю, что те усилия, которые предпринимались и будут предприняты, позволят нам по концу года тоже выйти на тот показатель, который был и в прошлом году. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Выездное посяджение Координационного совета по питаниях бесперапынной педагогической эдукации прошло сегодня в Гомельском державном университете имени Франциска Скорины. Летом в Беларуси была затвержена программа развития бесперапынной педагогической эдукации на 2016-2020 годы. Одним из механизмов ее реализации является створение учебно-науково-инновационного кластера. Он объединяет высшие научные установы, которые занимаются подготовкой педагогических кадров. А кроме республиканского кластера, который узначальвает Белорусский державный педагогический университет имени Максима Танка, в нашей стране створены так само аналогичные региональные. На Гомельщине его курирует ГДУ. Подчас выездного посяджения у стенах этой научной установы обмерковалась работа нашего регионального кластера и был вызначен план его деятельности на наступный год. У ходе разговора особливая увага была нададена таким питанием, как межкластерное взаимодействие, обмен опытом и совместная подрыхтовка кадров высшей науковой квалификации. Один из ключевых моментов обмеркования – поширение системы педагогических классов у Беларуси. В последний час назирается особливая цікавость до их сбоку молоди. Летом в нашей стране были створены 102 педагогические классы. У них научались примерно 1500 школьников. Все лето же их колькость повялишилась амаль утроя. Ребята понимают, что профессия педагога, мало того, что она очень престижна и высокую миссию педагог выполняет сегодня, занимаясь воспитанием подрастающих поколений. Есть целый ряд преимуществ этой профессии. Это и стабильная работа, это хорошие условия для труда, это ежегодный летний отпуск в течение 2 месяцев, ну и целый ряд других форм социальной поддержки учителя, которые сегодня в нашей стране реализуются. Творы сусветно вядомых европейских письменников у выданиях 19-го стагоддзя представлены у Палацу Румянцевых и Паскевичев. Выстава «Норовые эпохи» у европейском романе адлюстровывает наибогатейшую книжную коллекцию, якая неколи належала княжецкой семьи. 100 выданий со сбору князев Паскевича узнашли годное место у зале, у якой яны размешались еще при житии былых уладальников майонтка. Сегодня яны заховываются у отделе редкой книги областной библиотеки имени Ленина. На выставе «Норовые эпохи» у европейском романе можно увидеть такие знакомитые творы, как «Графиня де Монсоро» и «Королева Марго» Александра Дюма, «Собор Парижской Божьей Мати» Виктора Гюго, «Айвенга» Вальтера Скотта, «Кермаш гонористости» Уильяма Текерея. Все книги представлены на мове оригинала. С этих несмиротных классичных творов можно доведаться про то, как жили люди с того года тому, что их хвалявало, про что они думали и как ставились один до одного, и насколько они отрознивались от нас. Эта книжная выставка, как и все наши проекты на третьем этаже, является частью выставочного зала Княжеская библиотека. Когда мы проводим здесь экскурсии, мы, безусловно, рассказываем и о сменных выставках также, но наши посетители могут знакомиться с этой выставкой и самостоятельно. Здесь представлены аннотации каждому изданию, ведущий текст. В принципе, я думаю, что все достаточно понятно. Сегодня в Гомельском Ледовом палаце стартовал международный хоккейный турнир «Кубок дружбы». Першими на лед вышли юниорские сборные Словакии и Германии. У первом периоде команды обменялись закинутыми шайбами. У другой третьей инициатива была на боку словацких хоккеистов. Территориальную перевагу яны увасобили у 2 закинутые шайбы. У третьем периоде сборная Германии выровняла гульню. Основной час завершился у ничию 4-4. По овертайме команды переможцы не выявили. У серых булитов перемогли словацкие хоккеисты. Гульнявый вечер протягнули команды Беларуси и Дании. Означаем, что у складе белорусской команды у турниры принимают удел 4 выхованцы гомельского хоккея.
Представники областной Сдюшар-5 Андрей Грышенко и Дмитрий Иванчиков, а так само жлобинчане Василь Филяев и Захар Полешук. Гэты и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Пабалавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.